і йдуть вместе з ногою. 5, 6, 7, 8. Раз. На раз нога приходить сюди. Руки в царапках. І ми робимо так-так-так. То есть так-так-так. Три рази. Б'ємо п'яткою правою вперед. Уводимо ногу назад. Права рука йде сюди. После этого мы тянем локоть в сторону, вниз. Дальше сбрасываем руки перед собой, соединяем. Левая нога подставляется к правой. Из этого положения руки идут наверх. Мы чуть-чуть поднимаемся на носочках. Через небольшой прокрут они идут вниз. Фиксируются. Дальше мы шагаем. Левая, правая, левая. На шаг левой ноги у нас руки идут назад. На шаг правый, два движения. Так-так. Крест в стороны. И дальше руки выбрасываются вперед. Опять же, царапками к левой ноге. Жух. Отсюда мы заворачиваем себя на правую переносим вес. Левая нога будет заводиться, подгибаться под себя. А правая раз заводится рука. Два. Левая сюда. И на три. Делаем точку. Бьем грудью вперед. Фиксируем локти. Нападаем. Бум. Соединяем на часть. 5, 6, 7, 8. Так-так-так. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. На 8. Сбрасываем руки вверх. 8. На 1. Садимся вниз. На 2. Поднимаемся. На 2 и у нас ум. Колени светло бьются вовнутрь, пятки наружу расходятся. Опять царапку сюда, подготовили. Дальше ноги делают. Так, так. Пятка заходит назад, правая пятка заходит назад, левая нога проворачивается либо на носке сюда. Два раза делаем это движение, и пока мы это делаем движение, у нас забрасывается правая рука, подход и левая. Дальше мы падаем на правую руку, выбиваем ногу вперед. И через полукруг в свою сторону, как мы уже делали. И в это время правая рука через правую руку выходит в сторону. То есть мы сделаем пам-пам, пам-пам. И отсюда у нас получается, нога как раз опускается вниз на первый счет. Мы делаем раз, два, три, четыре. Раз, два. И руки соединяем перед собой. Три, четыре. Угу. Потом у нас небольшая пауза на перестроение. И на затах мы собираем перед собой, как затаившийся тигр. Собираем вторую часть. Отсюда. 8. Раз, два, и три, четыре, пять, шесть, и семь, восемь. Следующая часть. Правой ногой наступаем на носочек и возвращаемся назад. Раз, качнулись назад. Два, назад. Три, назад. Четыре, пять. Старайтесь наступать на носочек и возвращаться на исходное положение. То есть вы, наступая на носочек, волной себя подталкиваете наверх, возвращаетесь назад. Раз, два, три, четыре. Да, с правой ноги. Правая, левая, правая, левая. После этого делаем так-так, переступ. Разворачиваемся на руки, у вас левая, правая. Руки, они бьют вниз. Опять же, танцоры Суперэм, они делают вот такое движение руками. Хореографы, которые ставят, у них движение более собранное. Выбирайте любую стилистику, какая вам нравится. На правую ногу, когда мы делаем шаг, руки у нас ползут по телу, левая спереди, соответственно, здесь меняем руки. На третий шаг у нас правая рука раскрывается назад, она делает тум, и через замах к левой ноге идет вот такое положение. Тык, здесь тоже точно тум. Дальше у нас два шага перемешка, и когда мы начинаем на левую шагать, мы выбрасываем под плеча правую руку и левую. Это будет выглядеть следующим образом. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, на 7, 8 у нас пауза, 7, на 7 пауза, и на 8 снова повторяется движение, с которого начиналась эта связка, и снова голова, 8, и опять. Так-так-так, бит, рука. Только здесь мы делаем раз, движение, пум, немножко колено заворачиваем вовнутрь, раз, другой рукой левой, сюда, два. Дальше мы делаем крест, пам,
и прыгаем две спины носим на правую ногу, в это время руки у нас тоже через крест раскрываются в сторону. Там. Бьем опять же крестом вперед, делаем прокрут, подтаскиваем это время правую ногу к себе. И через такое положение руки раскрываются в сторону. От центрового одна идет вверх. Угу. Соединяем всю вторую часть. 7, 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Соединяем всю связку от начала до конца. Пять, шесть, семь, восемь. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три.